Приветствую всех на канале Дивкладоискатель. Сегодня мы приехали снова в лес, который нам за два сезона принес более 200 монет. И что интересно, каждый выезд у нас знаменовался какой-то необычной находкой, кроме монет. Посмотрим, как сегодня будет. Вчера было плюс 10, сегодня минус 1. На дворе 1 декабря, первый день зимы. Чем сегодня мы отметим первый день зимы, что нам сегодня подарит дедушка Хабар? Смотрим дальше. Надеюсь, будет что показать. Как обычно, не переключаемся. Сразу ставим лайк и колокольчик. Первый достаточно четкий цветной сигнал. Под листвой был 9.10. Снял листву 12.100. Ну, пора бы уже монетку нам найти. Полчаса минимум ходим, а то и больше. Пока ничего. Ну, мы здесь, конечно, все повыбили хорошо. 4 металлоискателя. Проволока алюминиевая. Пять. Что это у нас? Ну, с большой вероятностью, что это у нас рогатая пробка. А может и империя. Или серебро. Ну-ка. Ну, где ты? Ну, пробка бы уже орала, как соглашенная, если пробка была. Так еще звучит вот, что это рубашка от снаряда. Поясок вот этот вот. Медный. Так. Пока ни хрена ничего нет. Одни пробки. Либо сегодня не наш день, либо дедушка Хабар сказал, хватит. В этом лесу уже ничего нет. Так, возвращаемся к машине, а потом, может, какую-нибудь другую локацию пойдем. Или, как вариант, по дорожкам там, как мы ходили с Олегом. Не по самой дороге, дороги там я уже выбил. А так, с краю на 5-10 метров. Посмотрим, может, что и получится. Зимний лес. Красота. Смотрите, вот дуб. И что у него там? Вот такие вот наросты. Очень интересная штука. Используется краснодеревщиками. Вот как бы до него добраться, не будешь же пилить весь дуб из-за него. Да, жалко, что далеко. Ладно, продолжаем гулять по лесу. Сегодня поставил снайперку. Пока сегодня у нас как-то слабовато с находками. Все-таки мы сегодня не без находок. Сигнал 14 был. Такая вот бижутерия. Хотя, может, даже и старая. Видно, что медная. Глазок. Это у нас камень. Типа. Так, а что? Есть еще что-нибудь? Нет, один только. Сейчас посмотрим поближе, что это такое. Красота такая.
Такая бижутерия. Все камушки целые. Уже какой раз я здесь нахожу. Это вот тоже, походу, клипса была. И походу советских времен. Вот это медная или латунная подкладка. И здесь, ну, искусственный, похоже, камушек какой-то. Ну ничего. Тоже находочка. Все-таки мы сегодня не без монет. Смотрите, сигнал был 16. Опаньки. Какая красавица. Так. 2 копеечки. Ох, сохранчик, бомба. 2 копейки, алюминиевая бронза. Год, что-то я там не вижу. 41-й, что ли, 51-й. А. 31-й, походу. Так, вот так вот. По этой дорожке мы ходили и с Денисом, с Олегом. И один я ходил несколько раз. И вот на тебе. Снова монетка. Снова нам дорога принесла еще одну монету, я удивляюсь. Сигнал был 8, 9, 10. Это у нас, походу, 10 копеек. Рамочник, наверное. Да. Сейчас посмотрим поближе. 10 копеек рамочник, медно-никелевый сплав. Сохранчик бомбический. 45-й, по-моему. Наконец-то. По-моему, все время были 46-е, а это, кажется, 45-й 10 копеек. И у него там есть хорошие, по-моему, разновиды. Будем смотреть. Я в шоке. Прошел 10 метров, еще один сигнал. 12. Смотрите, какая красота. Вот она, монеточка. Теперь копейка. Копеечка, алюминиевая бронза. Олег, мы на этой дороге с тобой ходили туда и обратно. И уже 4 находки. Брошка и 3 монеты. Еще одна монета. 1 копейка алюминиевая бронза. 1936 год. Вот удивительно. На этой дороге мы уже ходили, как я говорил, много раз. Пожалуйста, может быть, снайперка виновата. Обул снайперку сейчас. И более так тщательно, миллиметр за миллиметром выбивал. И вот еще 1 находка. 3-я монета сегодня. Отлично. Наконец-то мы дошли до реки. Это у нас река Хопер. Для тех, кто любит виды природы, посвящается небольшая видеозарисовка. Ну, на этом, пожалуй, и все. Погуляли, подышали свежим воздухом. Нашли 3 монетки. То есть серьга клипса. Ну, не густо, конечно. Но и не пусто, как говорят обычно в таких случаях.
Удивительно. По этим дорогам в лесу можно ходить, наверное, бесконечно. Ладно, можно было предположить, что теряют постоянно. Но здесь-то потеряшки, вы видели, какие? 30-е, 40-е годы. То есть мы ходили здесь и их просто не видели. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал Див Кладоискатель. Не забываем про колокольчик.